Мне нравится, какую политику он проводит. И вообще, как человек нравится. Поэтому я бы не желала, чтобы он наехал туда. Пускай едет. Я к этому нормально отношусь. У нас благодаря Зимину сейчас стал город процветать хоть как-то. Стройки стали в Абакане очень хорошо. А думаю, если Зимину едет, у нас все это остановится. Пусть уезжает. Ну, только мы не хотим быть в составе Красноярского края, чтобы Хакасия осталась. Я не слышал даже такую информацию, что он собирается или переходить куда-то. Жалко только будет, чтобы он, если он нас покинет. Пусть бы еще поработал второй срок.